Сейчас 15 августа 2012, 16-18. Сейчас я в Измайловском парке нахожусь в Москве. Вот, вообще я раньше любил тут гулять. Вот, но давно я тут не гулял. Вот это вот одна из длинных тропинок таких в лесу, по которым я ходил. Вот. То есть это, короче, в основном идешь прямо-прямо, потом завернешь там куда-нибудь, потом опять прямо-прямо идешь. Вот. Сейчас народу, в принципе, не очень много. Солнца нет, погода такая теплая. Вот. Вообще, Измайловский парк — это, наверное, мое любимое место, потому что я, ну, сейчас 2012 год, вот, где-то с 2000, ну, с прошлого года я очень мало гуляю тут, вот. А раньше, вот, 2008, 2009, 2010, я вот каждый день перед тем, как ехать в институт, я тут гулял. И иногда даже и после института тоже. То есть вот, чтобы пройтись по всему парку, вот я со станции метро Измайловская иду. Вот кто в Москве живет, тот знает. До станции, как шоссе энтузиастов. Вот. Что мне хватает часа. То есть по самому парку я иду минут 40-45. Но нет, в зависимости от того, сколько идти. То есть если я иду обычным шагом, то я по самому парку прохожусь вот минут за 40 по трой траектории, по которой я иду. Вот. Если я иду быстрым шагом, то я могу, ну, в течение получаса пройтись. Вот. А если, то есть, если обычным шагом минут за 40, если быстрым минут за 30, вот, а если медленным, вот как я сейчас иду, не спеша. Вот такие маленькие, коротенькие шажочки, вот, не спеша иду, гуляю, слушаю музыку, там беру с собой воды попить, там, что-нибудь поесть, там, бутербродов, вот, яблоко, вот, апельсин. В общем, иду, ем, слушаю музыку, вот. А вот таким вот медленным шагом, спокойно так медленно идти, гулять, вот, по самому парку я могу час идти или даже больше. То есть, представляете, какая разница? Если обычным шагом 40 минут, а если медленным шагом, так не спеша, то час. Вот, я с удовольствием так хожу, гуляю. Вот, я даже нередко было то, что я на занятия я опаздывал, потому что я гулял так медленно, ходил, слушал, вот, и приезжал уже там с опозданием, например, у нас там двойная пара, я короче, первую половину пропускал, потому что я это самое опаздывал, вот. То есть вот я люблю так вот, я на станции метро Измайловская вышел, вот, и пошел. Вот. В принципе, я все время по одной и той же траектории иду, то есть вот эта вот длинная тропинка, вот. Перед ней там, ну я бы весь парк снял, всю прогулку, да, но у меня мобильник садится, мало очень батарейки, вот. Поэтому я потом, ну и качество тоже плохое же, вот. Когда у меня будет нормальная камера, я ее заряжу, там она будет на аккумуляторных батарейках, вот, и все, короче, сниму нормально весь парк, как я вот хожу, гуляю. Вот, ну что это, сами понимать, минут 40 хотя бы, если обычным шагом идти. Вот. То есть, как бы так, например, выходишь, идешь сначала прямо, потом поворачиваешь. Вот, потом опять прямо идешь, потом опять поворачиваешь. То есть вот так примерно. Сейчас хорошая погода. Солнца нет, не жарко, просто так тепло. Дождя нет, ветра нет, спокойно так. Сейчас, в принципе, народу не очень много. А то бывает идешь, и все время кто-то перед, все время кто-то идет, видно кого-то, а сейчас мало. Я снимаю, вижу, как я снимаю. Вот, изображение четкое, хорошее. Хоть маленькое разрешение. Вот. А когда записанное видео смотришь, то изображение получается смазанное, плохое, блин. Вообще я в парке, когда я гуляю, я люблю слушать Тейлор Свифт. Вот. И еще я любил слушать, ну, если кто не знает, я тогда в описании этого видео напишу. Девушки, у них группа называлась Элли и Эй-Джей. Вот, сейчас они называются 78 Вайлет. Вот, у них... Тоже они мне нравятся, они клевые тоже такие, вот.
Ну, вот у них последний альбом вышел в 2007 году, вот, и как раз в 2008, 2009, 2010 я вот ходил, гулял практически каждый день, вот, и слушал и их, и Тейлор, вот, больше всего мне нравится. То есть у них такая спокойная музыка, поп-рок, вот, ну, Тейлор кантри, да, у нее, вот, а у них поп-рок такой, вот. Правда, второй альбом у них больше попсы, чем поп-рока, да, чисто больше попсы такой, вот. Но все равно приятная такая спокойная музыка, и девчонки тоже красивые. Вот, я был в них влюблен одно время тоже, вот. В Тейлор я до сих пор влюблен, вот. Вообще, я ее обожаю. Вот, а в них я был просто влюблен, вот. Сейчас они мне просто так нравятся. Вот. Ну, то есть, не знаю, они девчонки все клевые, я бы с удовольствием бы, с каждой из них был бы с удовольствием, вот. Мне они все нравятся. А сейчас я слушаю, например, Linkin Park, последний альбом, Living Things. Вот, тоже спокойный такой, приятный. Вот. Сейчас я уже по той тропинке прошел, вышел из леса. Вот, сейчас я немного пройдусь. Вот. И там дальше еще одна тропинка, тоже длинная, тоже в лес обратно. То есть тут такое, ну, так как бы чередуется. То есть я говорю, сначала, когда в парк приезжаешь, вот, выходишь там из метро, идешь прямо по тропинке в лесу тоже. Потом поворачиваешь, выходишь на просторное такое, на открытое пространство из леса, вот. Там идешь, потом попадаешь опять в тропинку в лес. Вот, потом опять попадаешь вот в открытое пространство. То есть так чередуется. Лесная длинная тропинка прямая, вот, и какое-нибудь открытое пространство, где там идешь, заворачиваешь направо, налево, вот, и потом опять в лес уходишь, вот так вот.